Хабаровском крае продолжают устранять последствия снежного циклона, пришедшего в регион 22 февраля. Ход ликвидационных работ сегодня обсудили на аппаратном совещании в правительстве края. Как отметили участники заседания, в период с 22 по 23 февраля из-за непогоды в ряде населенных пунктов возникли перебои в электроснабжении. Обильные осадки, выпавшие во время циклона, затруднили движение на федеральных трассах. Проблемы с подачей электричества отмечались в 5 населенных пунктов, а также в городе Хабаровске, сообщил заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук. В оперативном порядке были приняты меры по устранению аварии. В итоге на утро 24 февраля нестабильная ситуация все еще сохраняется в двух поселениях – в селах Малмыж на Найском районе и Харпичан в Солнечном районе. Без электроэнергии там остаются 235 жилых домов с населением около 1000 человек. Однако уже во второй половине дня планируется закончить все ремонтные работы. Относительно проезда по краевым автодорогам Анатолий Литвинчук уточнил, что сейчас наибольшие трудности отмечают на трассах Хабаровск-Лидога-Ванина, Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре и Хабаровск-Биробиджан. Поэтому они временно закрыты для междугороднего сообщения. Принимаются экстренные меры по их расчистке. Всего на уборке снегов с краевых дорог в круглосуточном режиме задействовано 108 единиц техники. По словам зампреда, ситуация находится под контролем спасателей территориальных и краевых властей.